Всем привет, дамы и господа. Это моя любимая игра Европа Юниверс 4 Russian Universalis, на которой все фукают. И мы играем с 1309 года. Это мы, я и Катархон. Ну, в принципе, не надо было пояснять, потому что мы уже топ-команд, топ-тим. Как говорится, Dream Team. Dream Team, да. Всем привет, дорогие друзья, Сербия и Киев. С вами. Я надеюсь, мы не сольемся. Я искренне надеюсь. Чисто надеюсь, что сливы не будет. А там уж как... Надежда. Надежда, да? Да. Глухов, да, надежду Глухов нельзя. И Луцк. Глухов. Надежду никогда нельзя терять. Так, у меня в противнике идет Хум, Эпир Каракум. И Штирия. Или Болгария. Болгария, конечно же, Болгария. Так, идите так. Та-та-та-та, все хорошо. Интересно, советники есть? О, на Дисту есть. Вот это мажорный советник. Все. Неужели тебе точно повезло? Тут я точно. Тут я, конечно, всех, короче, нахебай сделаю, полюбас. Ага, так проспойлерили то, что что-то до этого было, да? Знаешь, такой типа, видимо, кто-то слился до этого. Гадайте, кто? Так Катархон был. Да, конечно, ребят, это я. Ну, не всегда я идеально играю, что поделать. Чисто не всегда. Ну, не всегда тебя прокает в Европе. Ну, так да, я ничего не говорю. Вот на сей раз мне советника на Дисту не дали. Я боюсь, что я могу не зарешать без него. Сегодня мы поменялись местами, да? Да. Тогда он меня спас во многих битвах. Ну, чисто за счет Дисты вывезли. Блин, и генералы, знаешь, 1-1. Да это были хотя бы... Ладно, не сдаемся. На этом жизнь не заканчивается. Мы будем надеяться, что у нас все получится. Да, да, да. Травунья. Секундочку. Я не успел прожать нажание. Ой, задание, оно уже скипнулось. Так, золотой век, все дела, плюшки, всякие фишки. Сейчас надо аккуратно. Ждем 8 апреля. И врываемся, да, отлично. Просто я врываюсь сразу же в Хум. Я на сей раз не даю ему союзницу со Штирии, а то двоих их выносить вообще весело. Ну видишь, ты это, стал совершенным. Умничка. Ну просто. До этого я забрал Рагузу с Виденом, и это было даже интереснее. Тут меня все пытаются с Кием засоюзиться, типа самый мажорный. Так, Киев, да. Погоди. Все нормально. Ай, королева Юлия глупая. Олег Долгорукий? Что? Минус два. Юрий Рюрикович. Знаешь, только я, наверное, нападаю с минус два в этой игре. И не жалею своих нишек. Юрий это который Долгорукий или какой Юрий? Я забыл. А, мне стыдно. После серии ты зайдешь и узнаешь. А кто тут, да? Сейчас, подожди, я узнаю это в прямом эфире. Пока что у меня все равно только пофабрикуются претензии. Как хочешь, я ничего против не имею. На сей раз византийцы догадались стать на осаду. А прикинь, сейчас византийцы победят осман, это будет вообще просто дичь. Типа у кого типа сейчас быстрее дичь. Осада пройдет, и тот... Да, да, да. Тот победит. Сейчас у кого? Я бы на месте Византии просто, знаешь, османов бы пустил внутрь, и чисто у них одну провинцию забрал, которая у них есть, и все. Ну да. Но это и он же не может. Просто он не смог. У него везде мозги подрублены не на то. Потребовать помощь, Ну давай, мне сейчас повезет с генералом, вот я верю, вот прям смотри. 3, 2, 1, да, есть на осаду, прекрасно. Хотя бы единичечка. Сейчас Младен Путник. Знаешь, у меня кто командир? Младен Путник.
Это на овчущ надо там фабриковать. На этих. А, нет. Такс. Так. Чисто берем. А, вон оно что, я-то думаю. Дисциплину. Я-то думаю. Чё, как осада долго идет, все ясно. Киев с Луцком. Люксембург с Вюрценбургом. Сейчас, секунду, я тебя немножко попридержу. У меня тут новая война намечается. Отлично. Просто, знаешь, я такой агрессивный. А чё мне дисциплину не дали? Просто дисцы не дали, чё за дичь? Как и было 105, так и есть 105. Пацаны, вы чё? А, было 100? Было 100. Тогда... Было 100, я понял. Ты чё? Бывает. Я просто уже поехал, всё. Чисто про гейминг. Ребята, всё под контролем, всё так и должно быть. Всё так и задумано. Мрамор знает, что делать. Эх, отлетели всё-таки византийцы. Не смогут они осман победить, жалко. А ты хоть сможешь всех наказать? Осман вряд ли. Но они-то с тебя не смогут ничего потребовать, у них общей границы нет. Не, я про будущее. Потом уже придется все равно с ними как-то взаимодействовать. Так, отлично. Я тут граблю. Я грабитель? Это интересно. Чисто мрамор на этот... Разбойник. Погоди, первый мир. Сейчас у меня коалиция, да? Нет, даже коалиции нет. Странно, странно, странно. Сербия на карте становится немного красивее. Красивее. Когда, красивее, козыря... да, когда, когда козыряешь своей этой скиллухой по русскому языку. Да. Просто деп. Да-да-да, краса в данном случае. Так, что я хотел сделать? Я хотел занационализировать то, что я приобрел. Ты просто посмотри на меня, я не слился, я не слился. Прям. Ребят, вы сами теперь поняли, кто в прошлый раз слился. Чисто просто мрамор вперед, кидает войну, 4 против троих, забывает призвать союзников, забывает включить моральку, и, короче, генерал не прокает, и не прокает чувак на десу, и просто меня насилует. Вот так и бывает в Европе Универсалис. Поэтому всегда играйте внимательно, ребят. Да. Сейчас я знаю, что мои фэны точно обрадуются этой игре, потому что все начиналось с истоков. Все начиналось с сетевых игр, Жапкинсы всякие там и другие пресноводные. ИКО. Проще говоря, ИКО, да? Да. Да, все начиналось с самых низов. У! Самых низов. Так, забираем овчуч. Шерсть. Я 3 провки шерстью забрал, мне кажется, это успех. Успех, согласен. Медведям нужна шерсть. Слушай, ну у меня скин не медведи, я не знаю. А мне нравятся мишки, чё такого? Это красиво. В этом есть прикол, типа, да, в этом есть прикол, типа, медведи едут воевать чисто. В этом своя какая-то нота. Своя атмосфера. Своя атмосфера индивидуально. Да, и вся Восточная Европа медведи. Прикольненько. Тогда красиво. Кстати, осман на минус 11 много не заберет ведь. Они, мне кажется, через Босфор не смогут переехать. Они не могут там, потому что стоит виза. Золотоордынские группировки поддерживают Луцк. Что? Вау. Чисто Киев поднялся. Кто сомневался еще, да? Фух. Хоть в этот раз не наказали. Знаешь, что теперь прикольно? На севере со мной Венгрия и все ее вассалы, то есть и Босния, и Хорватия. И типа куда дальше такой, а? А дальше некуда.
Ой, дурак, ой, дурак. Короче, византийцы напали на осман через пролив. Прикинь. Через Босфор? Да. Жесть, они же и так отлетали. Имея равную армию и слабее генерала. Жесть. Такие дикенеры просто. Мне кажется, что-то пошло не так, да? Угу. Пацаны просто показывают про гейминг. Надо же кому-то его показать. Чисто мрамор. Прикольно. Монеты, по-моему, займ. А, у меня есть займ, я выплатил займ. Еее! Просто козыряем бабками. Вегетомани и просто... И начинаю купюры кидать, прям в вебку. Да. Византийцы в итоге счет еще упустили на 4. Вот красавцы, а нет бы сидеть спокойно и все. Родите мне детей, пожалуйста. У меня правителю 61 год. Ты кому предлагаешь родить детей? Своему правителю. А, ну тогда ладно. Он умер. Он только что умер. И у меня вообще другой чувак к власти пришел, вообще из другой династии. Из другой династии, да. Шуйский. Он тоже Шуйский. Такой. Да. Знаменитый, так скажем. Угу. Знаменитый Ярослав. Знаменитая династия. Менск, Белс. Кто такие? Я вас не звал. Знаешь, что ты... Ну все. Нет. Сербия больше... Сербия больше не сможет никого захватывать. Чисто все в округе жесткие. Распад страны и заключение военного союза. Интересно. Короче, знаешь, что я думаю сделать? Визу сейчас помучают, а потом на нее напасть. Ну, типа, в спину ударить своему прошлому союзнику и все такое. Очень некрасиво сделать, ну да ладно. Чисто по-византийски сделать что-то. Ну да. Не, я теперь чисто по-югославски. У меня будет Югославская империя. Возможно. У тебя будет эти аборигены из Америки бомбить. Мне кажется, у Франции сложный геймплей, да? Да нет, Загреб, Босния, Дубровик. Захумье, Хвока. Мне нравятся мои территории. Катер. Донь и Кряжи в Боснии. У тебя самый прикольный Тарашка. И Косово. И Сербия. Нет, у меня Травунья, Захумье, Хвока. Сколько у тебя развития? Сейчас могу тебе сказать. 92. Неплохо. Блин. В два раза больше меня. Достигнуть престижа в 50 и дадут в награду 100 админки. Так много. Бояре успех требует. Прикольно. Четко. Бояре требует... Что будет, если свергнуть правительство? Крестьянская война, бунт и все такое. А, это угарно. В целом ничего такого. В целом, надо брать. Да. Пока дают, бери. Угу. Ой, а я свои корабли уничтожаю в море. Так, сфабриковать претензию. Угу. Если дворян отсюда убрать и поставить священников, то священники будут здесь неплохо работать. Сейчас я тебя немножко приторможу опять. Во! Ты вернулся, да, типа? Да. Так, сейчас будет супервор. War never changes. Так, надеюсь, вот эти... Я в тебя верю. Турово-Пинск. Саня уже на полном содержании стоят. Походу, они знают, что сейчас что-то будет. Они уже ожидают твоего прихода просто.
Минус 31. Они еще... А почему минус... Странно. Пинск. Ну, конечно, через реку атакую, но я их, по идее, должен наказать. Ну, я в тебя верю. И куда вы отступаете? Куда-нибудь непонятно куда? Ну, хорошая идея, знаешь, отступить непонятно куда. Куда-то бегут, что-то непонятно куда, сами даже сами не понимают, наверное, что делать. А я за ним побежал, как дурачок. Надо было идти и захватывать. Бегу за ними. Они вообще в Орду поехали куда-то. Половину степей ордынских преодолели. Ну вот были бы мы в союзе, я мог бы за этим понаблюдать. А так? Нет. Хочешь, понаблюдаю? У меня есть слот. У тебя слот есть? Нет. У меня есть. Ну да. Отклонить. Чисто отклонить. Я вижу, как ты воюешь. С Пинском и Туровым Пинском. Мне кажется, это сложно. Чисто братишек наказал. У меня, походу, скоро жесткий запил с Литвой будет, что-то мне подсказывает. Ох, тебя как прокнуло-то, стена рухнула. Повезло. Угу. Блин, Золотая Орда настолько золотая, что аж глаза режут. А она там по ивентам будет разваливаться или как? Должна, но она распадается очень редко, что-то пока что. Ну, к середине 15 века она должна развалиться, правильно? Я так понимаю, мы играем без последнего бага фикса, который вышел, и там ограничивало ее реформирование, что ее можно только в 1440 году провести, а здесь она может его сейчас прям провести. И, короче, тут будет просто страна на 1000 развития под боком. Нормально. Большой шанс. Неплохо. Большой шанс такого, я тебе скажу. Чисто неплохо. Вообще неплохо. Бы и нет. Так, мне нужны союзники в Европе. 92 развития, как говорится, ждут вас. Просто сотка развития. Знаешь, кто хочет со мной союз? О, 100 лет кого происходит. Масса, Фессалия, Волынь. Угу. Ахея, Чернигов, Кюмба, Луков, Стылухов, Трубин. Короче, со мной союз в основном хотят все твои соседи. Тут Новгород со мной рядом жесткий. А что, если я буду кому-нибудь из них союз дам, и в итоге ты на них цагришься, я такой тебе помогаю, и все. Чистая стратегия. 37к потеряли византийцы. Османы всего две провки. Две провки все забрали. У тебя чисто небольшой акцент английский. 30. Да. Совсем небольшой такой, знаешь. Так, противником будет Сицилия. Ну, держи, держи, Денбрак, Византия. Держи, ты пока еще слишком сильный, я на тебя не хочу лететь. Просто с двух ног залетаешь. Из трех отлетаешь. А кто такой Чернигов? Это мой союзник. А, он просто мне тоже хочет союзником стать. Я думаю вот насчет этого дела. Во, прекрасно, может союзником стать. Давай, да? Пинск, даже... падай, и все, и пока. Ну-ка, Милан, блин. Тоже тебе не стопроцентный союзник. Хотя, почему бы не рискнуть обогемца? Вальгемца. Краков. О, Краков может сидеть. Рагон. Слишком далеко. А понял, ему на деньги все равно. У них Савойя. Ой, тебя захватывают. Да, пацаны за Киев решили. Но ты раньше захватишь. Притом ты их потом можешь разбить вполне. Нет, я их просто заставлю выйти из войны и все. Но они все равно как повстанцы будут. Если ты захватишь их территорию. Иконы Елеуса. Королева Кузьмина мертва. Кто вообще? Кузьмина. Это королева.
Стефан да, Уроша, Неманич. Уроши, у меня Уроши, династия Урошей правит. Так, я надеюсь, мне повезет. Ну так, если ты что, из столицы тысячу можешь вытащить. Ой, тебе и так везет. Да, мне прям ну, нормально проходит. Хотя у них девятка, семерка, но кубик на их стороне. Да. Очень. Вот только сейчас на твоей один раз был. Все, пацаны опять отъезжают. Добивай их сразу же, что ты тут ждешь? Чисто, да не, они поехали гулять. А, они туда поехали, надо было гнаться за ними. Так это ладно, они не успеют. Они не... Я думаю, они опять в Орду поедут. Политический кризис. Погоди, у меня кризис назревает. Минус тапка, типа так. Так ты можешь, мне кажется, мириться уже, нет? Да, могу. Чем я и занимаюсь. Ага. Ясно все с тобой. Какой красивый, столько земель у Киева, сразу аж три провочки. Теперь следующий Менск, да, с Чернигом. Угу. А там и Глухов, и все остальное, и Волынь. А, Волынь твой союз. Потом я на Галицко-Волынское княжество поеду. Я боюсь, что меня может Золотая Орда просто наказать в один момент. Да чё, они даже если типа в коалицию захотят входить, ничего такого страшного в принципе нет. У меня такое было, и чё, в коалиции типа смотрят как на коалицию, а на деле не вступают, и ты такой сидишь спокойно воюешь. Вообще тебе удобно, то что даже в случае коалиции есть большой шанс, что они за тебя ступятся. Да. В коалиционной войне. Но если нападут на тебя чисто их эти... Ну им на самом деле Золотой Орде лучше иметь много мелких, чем одного большого вассала. Ну да. А с позиции игрока наоборот, лучше один большой. Типа он может, он хоть что-то представляет из себя. Угу. О, меня оскорбил Менск. Бессмертный что ли? Сейчас такой выезжаешь на него, в итоге отлетаешь. Чисто да, просто унижен. Дважды при том. Ввести карантин. Отлично. Просто, знаешь, фишка Киева, Киевской Руси, это то, что ты такой воюешь, пытаешься что-то сделать. Но все провинции по три развития. Ну да. Ой, у меня рудники есть. Точно, у меня же в Косово рудник. Я думаю, что у меня инфляция как гипер растет. Теперь все ясно. Страдаю вот от инфляции этой жестокой. Кто у тебя союзник, малой? Киев. Ятвиги, это кто? Да я думаю, Галицко-Волынское княжество потом унизить. Да, он неплохой вполне себе. Да. В январе 1316 года получим благосклонность. Союзе с соперником Византия. 13 дивизий у Византии. В целом это интересный вариант в плане войны. Но ведь я союз разрушаю, какое-то время я не смогу на нее пойти. Обидно. Виза заняла почти 1000, прикинь. Прикинул. Красава какая. Фина. Ух, я. Опа она. Ой, какая красота у меня вылезла. 11 болгарских мишек, боснийских мишек. Нормально. И ты, короче, через минус, да? Через минус воду, через минус реку. Да. Надеюсь, ты не отлетишь. Фух, тебя кубик последний зарешал. Чисто знаешь, рандомно моей стране просто. Так, веру сменил тут еще. А здесь не сменить. 0.3. Хотя... Так, а что будет, если я до 80 священников подниму, до 80?
Но меня уже скоро Литва может обидеть. Ну, неплохо, я тебе скажу, неплохо. У нее 11к, но она не очень сильно. Че? Да серьезно, у священников ровно 8 слияний. Я же у вас отнял профку. Прикинь, я у них отнял профку, а типа толку нету. Я такой, ну ладно. Это норма. А вот сейчас еще. У меня, короче, священники в Косово стояли, где рудник, и доход понижали почти на 0,7 монет. Ой, Чернигов даже не спасает своих пацанов. Прикол. Просто шот. Поехали за второй армией. Шот за шотом? Да, шот за шотом. Уже Золотая Орда начинает напрягаться, короче. Типа то, что у нее сильный вассал. И все такое. Она такая, нет, как ты можешь, да, ты такой. Собирание, изи... собирание земель. Ты такой изи гейм, да, в принципе, что такого-то. Так, поехали в Чернигов. Та-та-та-та. Ну не хочешь, союз, так и не хочешь. Пошел ты к чертям. Чисто катархонт на максималках. Агрессивный катархонт. Можно, кстати, уже закончить серию даже, на самом деле. Ну, давай заканчивай тогда. Я на паузу нажал. А что, друзья, вот такой вот Киев. Надеюсь, мы не сольемся. Спасибо вам за ваши просмотры. И, кстати, у Золотой Орды восстали кланы. И это интересно. Если вы хотите увидеть продолжение, обязательно подписывайтесь на каналы и ставьте лайки. Всем пока-пока. Пока-пока, ребята.